Алексей, я не ожидал, что ты так уронишь мой мотоцикл. О, весь заляпанный грязью. Абсолютно весь. Поехали, Лёх. Лёх на полуавтомате. Что он едет так плохо? О! Птеродактиль полетел, видели? Большой. Кыш. Ух ты, петушары. Ну что за хрен приехал? Это Лёхина машина. Привет, Алексей. Привет, ушатал технику. Так буксует или ведет сцепление? Да, буксует. Ты же говорил, ведет. Буксует, я потом уже кричать тебе не догонишь тебе. Я же жмох вытащил, уже думал, тут машина тянулась, ничего не тянулось. Ну взял бы, закрутил бы и все. Че ты, не знал? В этом причине. Нет, блядь, во мне! А что, до этого не было, все нормально? А потому что, там он вот здесь. Все пошло прахом. Осторожнее, не поцарапаем мою машину. Да твою машину еще. Что? Развалились. Я, значит, ездий, а вы лежать будете? Я что, хуже вас? Я бы тоже мог бы полежать вот так вот. Кверху пузом. Да. И что вы такие?
Ох ты молодец.